Наша съемочная группа узнала, что думают по этому поводу жители столицы Чувашии. Очень хорошо. Разве плохо? У меня есть две дочки. Мы ходим в бассейн, учимся плавать. Поэтому прекрасно. Пусть учатся все плавать. Конечно. Плавать всегда полезно. Пригодится в жизни. Само собой. Я считаю, что нужно, да. Особенно с раннего возраста как раз-таки их не углядишь. Глаз да глаз нужен. Это очень хорошо. У меня два внука, и я бы очень хотела, чтобы они занимались плаванием. Конечно, нужно. Мы тоже ходили в плавание, но ходили все за свой счет. Вообще детям это очень нужно, полезный вид спорта.